В здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Миредова с делегацией Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хао Минцзином. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Был отмечен комплексный подход в развитии туркменно-китайских отношений. Подчеркнута особая роль контактов между главами двух государств, а также взаимодействие правительств в рамках программы о сотрудничестве между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики на 5 лет. Отмечен высокий уровень торгово-экономических связей в областях культуры, образования и спорта. По завершению встречи стороны еще раз подтвердили значимость дальнейшего комплексного наращивания туркменно-китайского партнерства.